В Соединенном Королевстве отметили 75-летие битвы за Британию. Для жителей Туманного Альбиона 15 сентября – одна из главных памятных дат Второй мировой войны. Это переломный момент масштабного сражения в воздухе, когда королевские ВВС одолели Люфтваффе. В рамках торжеств в небо над Англией поднялись истребители тех времен – Спитфайр и Хоккер Ураган. Среди летчиков – ветеран тех событий, пилот британских ВВС Мэтт Джонс и молодой гвардии авиаторов принц Гарри.